Привет всем! Сегодня Салават Юлаев покажет, как нужно зажигать. Привет! Здрасте! Как вас зовут? Маша. Как вас зовут? Наташа. Как вам концерт? Ой, супер вообще! Привет! Как вас зовут? Ви. Ви? Ого! Вы за Салават, видимо, болеете, да? Да я за все наши уральские клубы и в футболе, и в хоккее. А вы сами из какого города? Стилов. Привет, ребят! Как вас зовут? Александра. Вы из какого города? Санкт-Петербург. О, из таких городов к нам приезжают, из Нижневартовска, из Санкт-Петербурга. А спортом занимаетесь? Ну, в данный момент нет. Нет? Да, но вы... занималась. И планирую. А вы спортом занимаетесь? Я только в зал хожу, ничего серьезного. А хоккей смотрите? И за СКА не болеете даже? Правильно, за Салават Юлаев нужно болеть. Это да. Привет. Привет! Как привет. Вам фестиваль? Да, отлично вообще. Отличный фестиваль. А за хоккей болеете? За что? За хоккей болеете, смотрите? Болеем, да. Да? Да. Я думала, они скажут, за футбол болеет. Вы бы разбили мне сердце, честно. Не, ну футбол тоже болеем, не будем брать, но за хоккей... Но в связи с последним событием, мне кажется, нужно сейчас переходить в хоккей. Лучше болеть, да? За хоккей. А за какую команду болеете? Не скажу. Я тоже за ЦСКА. Салават Юлаев все равно лучше. Хорошая команда, правда? Хорошие. Спасибо. Вы из какого города? Из Уфы. Из Уфы? За хоккей болеете? Конечно. Да, и на матч? Купил. Да ладно. Купил абонемент уже? Ты молодец. А на день болельщика придешь? Ну, не знаю, постараюсь, как заработать. Хотите обязательно со своей семьей. Хорошо. Мы вас ждем. Как тебя зовут? Алина! Ты из какого города? Уфа! Уфа! Ты болеешь за хоккей, за Салават Юлаев? Да. Да? Ходишь на матчи? Нет! Нет! Так 28 июля приходи обязательно к нам на Уфа-арену, будет день болельщика. Хорошо, конечно, обязательно! Обязательно зови друзей. Позову. И покажи, как ты зажигаешь. Прямо сейчас. Как дела? Как вам фестиваль? Все отлично. За хоккей болеете? Конечно, болею. За какую команду? За Салават Юлаев. Я сам очень такой, ну, как бы туровый музыкант. И всегда, когда в туре, я стараюсь не пропускать
каждый матч. Я болею. Мой друг Муратов, мы с ним переживаем. Даже я его приглашаю домой, чтобы он мне комментировал дома. Вообще я очень... Я сам в прошлом хоккеист, но так получилось. Я из хоккея пришел в музыку, и поэтому я прям Салават Юлаев, это прям вот вообще. Я даже было такое дело. Я из Казани звонил Денису Хлыстову в том сезоне 2015-16 и его поддерживал. Вот просто мужики, давайте. Мы с вами, рок-музыка за вас, давайте. Все, хоккей, рок-музыка, Салават Юлаев, «Зеленое сердце». Просто вообще наш Трю болеешь. Правильно, все трое. Два и третий воду. Набивайте свои головные уборы. Теперь вы настоящие фанаты. Ребята, все приходите 28 июля на День болельщика, мы все вас ждем. Ура! Если я думаю, ты с ума и рядом, все поменялось, я бегу на 50 машин, за тобой степи оставят на смерть.